Приветствую всех любителей женского футбола на матче 11-го тура женской футбольной суперлиги. Сегодняшний матч, как мы видим, проходит в манеже, потому что на улице играть было бы не очень комфортно, достаточно прохладно. Уже и настоящая, уже, можно сказать, зимняя погода, снег потихоньку укладывается в Красноярске. И температура воздуха даже днем уже немного минусовая. Чичкала, проникающий пас, опасный выход сейчас и открыт счет в нашем матче. Нет никакого положения вне игры, на центре указывает пустовой этого. И 0-1, Александр Лазаревич. И Мамедова можно бить, Диана попадает в голову Ксении Цыбутович. Второй темп атаки. Пока ее партнеры атакуют, подача с левого фланга от Завадкина, опасно достаточно. И под удар Синютиной. Ой-ой-ой, какой гол Анна Синютина забивает на 20-й минуте. 0-2, аккуратнейший удар точно в угол. Цирульникова здесь не рассчитала. Может быть, конечно, рикошет какой-то смутил здесь голкипера Енисея, но Синютина, конечно, попала. Здорово, не сильно, но точно. Проходит соперницу и бьет Ксения Шахова. Алешичеву. Алешичеву прострел в касание, но здесь Колтакова. Опасная атака гостей сейчас. Краснова, какой момент сейчас у Татьяны и Цирульникова спасает. За золотые медали. Пока еще один момент у Красновой. Здесь, правда, положение вне игры. Иванева, подача на дальнюю штангу Широкова. Достаточно спокойно. И красиво, и эффективно. Правда, сейчас какой момент? Ну, положение вне игры. Морозова зафиксирован. В спине делает. Ну и также сейчас пока момент. Опасный Вукович. Выход 1-1. Обыгрывает она голкипера, но бьет мимо ворот. Штрафную на Мамедову. Мамедова в центр. Ананьева. И Шахова, будет ли удар? Удар есть. Ноября выездной матч с «Зенитом» и закончится сезон двумя домашними. Победила команда. Ну а пока же Анастасия Пустовой 2 дает финальный свисток.